Здорово, друзья! Сейчас мы посмотрим новый роличек Валеры Джостара. Как он катается в лифте. Поехали! Это мои руки макарони. Ладно, будем надеяться, что я пойму все, что здесь происходит. Судя по тому, что здесь пазлы, я в каком-то аду, потому что здесь головоломки будут. Все, можно начинать. Это твой первый день на работе. Пузл. Не нужно беспокоиться. О! Он за пазл играет. Мой первый рабочий день. Я приехал на такси. Сразу видно его. Меня зовут Пузл, у меня 4 пальца. У таксиста вообще рук нет, в отличие от меня. Добро пожаловать в пазл. Как мапи ты. Ты должна быть новый работник. Да, комната тренировки находится там. Мне не нужна комната тренировки. Ладно. Ой, прикольно. Добро пожаловать в твой первый день, пазл. Пока показывают, я так общаюсь, видел, да, когда лайками. Поднимите вашу руку, если вы хотите быть волонтером. Кто? Ты с кем? Волонтером? Да, я мечтаю работать в вашей компании. Компания принадлежит Робину. Да мне плевать, следующий. У каждого есть проблемы, и мы, короче, их решаем. Ты можешь заплатить, кто-то решит твои проблемы. Понял. И, короче, ты теперь работаешь тут на нас. Сегодня нет проблем. А как вот? У меня есть проблема, нет денег. Заплати, мы решим эту проблему. Замкнутый кредит? Круг. Замкнутый кредит? Конечно, нет проблем, когда продакт. Это моя презентация. Типа, как тебе? Ну, блин. Нельзя. Говно. Вообще нет вариантов, только так. Поздравляю, ты официально принят. Отстой. Счастлив. Ой, ты работать уже предлагаю. Проверочка 1, 2, ты меня слышишь? Наконец-то я могу отвечать нет. Как теперь? Мы с тобой не сработаемся. Добро пожаловать. Здесь посетители приходят за нашей помощью. А, я типа встречаю здесь, в наших текстах. А, ресепшн. Я готов к работе. Он такие же встречает пузлов. Пузлов. Такие же приходят пузлы такие, и он объясняет. Вот наш босс. Вот мы решаем проблемы. Не, а может, мы будем решать проблемы? Подожди. Ой, ё-моё. Фига его быстро. Я хочу что-то важное. Что-то важное. Ну да. Он тебе дает батончик. Что ты хочешь? Сырочек тебе дает. Я тоже хочу что-то важное. Помогите мне выбрать пазлы. Полный отстой. Ненавижу холод. Иди отсюда, зажал батончик. Опа. О, отжал. Это сырочек. Да, сырочек. Да. У меня сумка на поясе. Она тянется. Вы посмотрите на эту сумку. Если нужна моя помощь, позвони мне по телефону. Следующий посетитель придет прямо сейчас. Наконец-то. Скорее всех сюда. О, так быстро. Привет, сколько они приезжают? Я справляюсь. Я, блин, купил игрушку, но не вижу ничего в ней интересного. Теперь видно? Да они даже не прозрачные, как ты пришла. Это не видно. Говорится, глаза разуй и пиз... Иди. Вот. Иди. Давай. Кстати, комфорт плюс. Смотри, все рикши. Эй, друг, можешь помочь мне найти Флаффи? Что такое Флаффи? Что-то пушистое. Что такое Флаффи? Слышишь? Вот тебе Флаффи. Я не справляюсь. Это Флаффи? Видимо, нет. Это не Флаффи. Батончик попросил. Ну-ка, чё там у тебя там? А, вот она. Я думал, это мозги. Смотри, какой Флаффи. Оп, оп, шлёп, оп, шлёп, шлёп. Какой Флаффи спрятался от своего хозяина. А у него сердечки прям. Какой хороший Флаффи. На. Это не Флаффи? И что мне с ним делать? Стой, забирай его. Эй, ты нашел красного Гэри. Эта какашка выглядит испуганной. Да нет, это пур. Довольно-таки счастливый. Просто положи Гэри сюда. А, там есть, смотри, прям для него. Это мой Гэри. Для Гэри. Я могу скинуть беспонтовую шоколад. Продолжаем. Снова шоколад. Я избавился от Гэри. Тихо там. Его нет, он в утиле. Мы спрятали. Вот этот дебил подтвердит. Можно мне другого напарника? Он там сидит только что-то. Да. Извини. Разбирается со штукой. Его отдали. Ты счастлива? Мы утилизируем мелких милых блошек. О, это грустно. Я не могу избавиться от этой штуки. Сам, я сам. Я сам разберусь. Ну как? Кепочка. А? Нет. Не так. Нет. Помоги мне найти потерянные кусочки. Вон, один на шоколадку снова прилип. Так. Ну ты... И еще второй на шоколадку. Ты сам не видишь? Помощь, мне помощь. Мне тоже нужна помощь в этом нелегком деле. Передо мной стоит настоящий дебил. В целом, не жалуешься, ну что? Конечно, специалист тебе сейчас... Специалист какого... А как это брать? Упендривается? Он серьезно? Помоги. Тебе нужна помощь или нет? Капец. Нужна помощь. И да, и нет. Дай сюда кусок.
Мне нужна помощь. Кусок пазла. Все ко мне подходят. Вон тот стоит, на чё постоянно без дела. Поздравляю тебя, пазлбак. Тот, который стоит сбоку, он явно сыночек босса. Поэтому вся его работа, не, просто сделать вид, что он работает. Видишь, такой, штучка такая, которая пропикивает. Так, штрих-код? Штрих-коды. Так, а что, разве что пропикивает? Он разбирается в ней. Он видишь, смотрит на нее такой, типа... И что, он уже целый день разбирается в ней? Я тебе кричу, это сынок босса, которого поставили на непыльную работу. А ты лучший в нашем деле. Ты, короче, повышен. О, я должен найти какой-то артефакт для нее. Так, мне сказали дуть в лифт. Ага, первый этаж. Картина бомба. Здорово, пузырь, я здесь пришел артефакт искать. Какой странный максимальный штук. А что там на полу? Это зеркало. Он подсказывает, смотри. Посмотри. Смотри. Ты так типа намекаешь? Да. Да я вижу без тебя. У вас упало. Упало. У вас упало. Просто намек 10 из 10. Вот там. О май гад. О. О май гад. Вот Данила. Я нашел билетик, да. Здравствуйте. Отлично. Страдай, кондуктор. Все. А, он в себя всасывает их. А это мусор, смотри. Еще раз. Закон играет, да? Давай. Так, и что? Здесь у нас еще один билетик. Не курить, не трогать. Да, конечно. Да, да, да. Да, да, да. Как же. Это типа музей, я понял. Да, смотри. Было очень тяжело жить. Динозавры погибли. Это же, знаешь, как-то Фрейзи Фроги. Крейзи Фроги. Да. Огромный вулкан начал извергать макароны, и фрикадельки упали с небес. Есть такой мультик. Дед Максим. Фиг с тобой, что ты скажешь? Ой. Мы сломали. Ножик. Развалил. Ладно, я на другой этаж. Ля-ля-ля. Прям отдельный этаж для этого? Да, этаж с туалетом. Слушай, подожди, как ты сбежать? Ой! Интересно. Застранцы. Твою естественную среду обитания ты вернуться не хочешь, да? Третий этаж. Опа! Ночной вот клуб. Вот это я понимаю. С чиками. Цыпочка сидит одинокая. С цыпочками, да? Что-то петух. Это секьюрити. Цыпчик. Извиняюсь. Сломал. А что, это пиво какое-то? Сок, а спички? KFC любишь? Опа. Они все в очках, кроме этой цыпы. Короче, надо ходить по этажам, решать головоломки с помощью предметов, которые собирают на всех этажах. Металлоискатель. Металлические предметы нельзя. Вот так вот, да? А я пронесую. Понятно. А если сбоку бросить? Люди прошлого, делитесь огнем. Реально получилось. Офигеть получилось. И косточка получилась. И вот она, недостающая. Yes. То есть я... Слушай, а он реально это придумал, или это случайно получилось, интересно? Вот это вопрос. Если бы в древности у людей были бы спички, динозавры бы не вымерли. Довольный, наелся и спит. Да. Что-то здесь не так с этой комнатой. Она поворачивается. Видите следы? Это не просто так. Ее нужно осмотреть. Такс. Опачки. Секретики. Цифра 2 перевернулся ногами. Ох, жесть. О, он комнату перевернул. Меня сейчас тошнит. Никак. Очки? Откуда здесь очки взялись? Очки же на цыпочке. Боковое окно стало переходом на верхний этаж. И те очки выпали. Видишь, что есть? Понятно. Так что, извини, наггетс, но я прохожу. Ля, если ваша туса не похожа на эту, даже не приглашайте. Танцует офигенно, да? Еще диджей цыпа. Дай полапать волосы. Куда? Вкусно, пригодится. А это что за кнопка? Музыка закончилась. Беги отсюда. Забирай диск быстрее. Слышь, прозвучит, наушников нет звука. Так, сейчас получишь люлей. Такие злые. Да. Привет. Меня зовут Валера. Я понял. Ладно, извините. Ну и знаете, негативные парни. Слышь, подмени пока. Может, на детей было? А, невменяемый, я понял. Уже я думаю, господину зерна больше не насыпать. Что мне делать с дымовой завесой? Она же тоже металлическая, она не пропустит меня. Я думал, это противогаз. Ну, примерно это я и ожидал. Да, а что если... Опа! Ого! Я чист. Загляни даже в трусы. Оба! Ничего у меня нет.
Опачки. Читерил. Пахнет твоей неудачей. Оп. Понюхайте все. Вот она как он играет законом. Просто спецагент. Спер баллон. Смотри. Ух ты какой. Все, ты мне больше не нужен. Сейчас взорвется, да? Это же газ. Да. Не-не. Вообще плохая идея. Да-да-да. Давай, Дина. О, получилось. Офигеть. Билетик. Это все было ради билетика. Ты близко не подходи. Ну, какие головоломки. Да ще. Вот так вот. Хорошие ребята. Жалко, что вы подохли. Давай. Да, я съем. Да, дай. Нет, дай, ты дай, с прошлый дай. Билет съел. А, да. Билетёшек на театре. Да. Просто жрет ваши билеты при вас. Так какой-то фараон, смотри, ключик. Ой, ключик еще. Налип сразу на штору. Пойду туда. Что же хранится у нас под раковиной? На секретном золотом замке? Туалетная бумага. Вау, труба! Это же кусок трубы, блин. Как же я обожаю трубы. Как неожиданно, да? Да. Великолепный Кэрлис Виспер, да. Как бы не убить его. Что там билетер открыл еще? Гробница, то тут хамона. То тут, то там хамон. Да почему не трогать? Это вы за мной следите? Здорово. Я так понимаю, его тоже нельзя мне трогать, да? А что мне здесь можно делать? В ту комнату только в шляпе в такой можно, я понял. Стырить надо. Просто. Шляпу. Нельзя. Вкрасьте. Не дашь, да? Нет. Жопу можно, а если так? Не, не ах, получается. Какой риски, а? Crazy Frog. Дрин, дрин, да, дрин, реально. Дрин, дрин. И с трубой меня не пускает. Я типа музыкант такой. Соблазняет. Саксофон. Делает вид, что не замечает. Не хочешь? Да. Ладно, сейчас не, посмотрим, не, что не можно еще подумать. Это надо что? Менять его на шляпу. И куда это направляется теперь? В какой-то вниз. Офигеть. Что это? Прям давайте пиво льется. Напорчик ему. Побольше сделаю. А что сделал? Что такой недовольный? Прям с бара тебе льется пиво. Ну да. Что? А чего они довольны? Слегка лицо. За такое обычно спасибо говорят. Ну да. Вырубайся. Мне нужна твоя шапка. Абсолютно без понятия, как согнать его. Он сам сказал свои. Он стал желтый. А я смотрю, ты оценил, да? Да ладно тебе, все любят пиво. А шапку, шапку. Все, ты уволен. За распитие на рабочем месте. Теперь я в костюме Crazy Frog'а могу зайти в комнату управления, вырубить камеры. О, ес. И трогать. И украсть фараона. И трогать фараона. Какие-то ловушки вылезут. Рыбья к рыбе, ноги орла. Голова птицы. Вот так. Во! Получилось! И что мне можно полапать фараона? Понял. Диск? Египетские треки сейчас будут играть курочек там на дискотеке. Да, да. Я, конечно, понимаю, что обычно со своим нельзя в такие заведения, но. Все внимание! Сейчас я ставлю музыку. Зацените вот это. Это ж виниловый диск. Да, неважно. Смотри, ой, это все, это пошел ТикТок, это же ТикТок, короче. Да, тема, да. Так, надо сваливать, пока они колбасятся под умиротворяющие треки египетских богов. А ты, диско-фараон, послушай вот это. Опа. Видишь, как музыка решает. Король танцпола. Двигай салом, ты залежался в электрической кровати. А, ты хочешь, чтобы у нас был батл? А давай. А, танцевальный батл, давай. Ого. Ручки вверх, давай. Это Just Dance. Ой, это мое любимое движение. Второй день в качалке называется. Так, так. Называется бахнул пельменей. Тоже отличный танец. Очень вкусно. Оп, 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 оп. Лизиночка пошла. Давай, давай. Давай, давай. Вот, вот, вот. Краник придет, немножко не поймет, что здесь происходит. Краник воится, все, норм. На ноге, давай, да что? Слышь, мне кажется, тоже не вывозишь. Ближе становится все. Отдался артефакт. Офигеть. А это была явная задача. И духи. Да, смотри. Египетский бог, да? Да. Офигеть. Это был самый максимально увлекательный сюжет, который был у всех игр Валеры, мне кажется. Тут прям максимально... Я полностью прошу. Да, это был разве весь сюжет? Ну да, это же было самое главное, вот эту штуку найти. Нет, это был просто квест, чтобы его повысили. Это не факт, что все. Ну да.
Это самое главное было. Ну, главное, что он, да, ее достал. Блин, мне очень понравилось, как эта игра в форме, да, они такие смешные, эти крутифроги, а еще смешно, что они реально реагируют, когда их по попке шлепаешь, когда ты музыку забираешь. Это копчик. Копчик такой. Какой коп? А, копчик, которого пиво налили, он такой. Не играй со мной, ну не надо. Ой, ой. Не надо, не будоражь меня. Ну не надо, ну Валера, ну. Продолжай. Ой, блин, очень была смешная игра. Если вам понравилось, тоже обязательно отметьтесь, поставьте лайк, напишите какой-нибудь приятный коммент. И не забывайте, что сегодня у нас будет стрим. Мы будем сегодня смотреть One Punch Man в 6 часов. 6 часов на Твиче. Все, приходи. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.